Так. Назовите свое имя и возраст. Сергей. 21.09.79. 79-го. В Москве вы где проживаете? Нигде. Ну где-то же вы? Гостиница, хостел. Гостиница, хостел. Ранее судимы? Да. За что? Аналогичные преступления. За какие? 158, 159. Кража. Сейчас вас за что задержали? Кража. Что совершили конкретно? Кошелек украл. У кого, где? В поезде. Ну, рассказывайте, как это было? Вошел, вышел, открыл дверь, украл кошелек. У проводника? У проводника, да. Угу. И за вами это единственное преступление или? Не единственное. И все совершены каким образом? Таким же образом. Вошел, открыл, взял машину. Открывали чем? Ключами. То есть у вас есть спецключи для открытия дверей? Есть спецключи. Угу. Кражи совершали где? В каком? В московском регионе? Да, в Москве. Больше нигде? В Петербурге.